I'm touching myself tonight. Здравствуйте, друзья! Senua's Saga Hellblade 2 получила точную дату релиза. На втором в своем роде шоу Developer Direct Ninja Fury сообщила, что выпустит игру 21 мая. В сиквеле героиня примирилась с прошлым, стала сильнее и готова мстить викингам за уничтожение родной деревни. Разработчики похвастались переработанной боевой системой, уникальной постановкой каждого сражения, эффектными анимациями, записанными в новой студии захвата движений, и огромными исландскими просторами. Атмосферу безумия поможет создать объемное аудио. Голоса в голове героини и другие звуки записаны бинауральным способом. Культы кельтов и сенсационно-сенсуальная Senua посетят Xbox Series и ПК только в цифровом виде за $50 в Game Pass с первого дня. С вами Games Blender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. Сегодня посмотрим на нового Индиану Джонса, узнаем, из-за чего игроки Cities Skylines 2 подняли Skyline, и потревожимся за будущее индустрии вместе со Свеном Винке. На шоу Xbox показали ролевой экшен Avowed в мире Pillars of Eternity. Obsidian рассказала, что боевая система не ограничится примитивным «руби и режь». Игроки смогут мгновенно переключаться между мечами, магией, пистолетами, щитами и даже волшебными палочками, использовать одну или обе руки, комбинировать умения и приемы. Герой будет путешествовать по разным биомам и принимать решения с долгосрочными последствиями. Остров «Живые земли» начнет принимать туристов осенью на ПК и Xbox Series, в том числе в Game Pass. Тогда же, но только на персоналках, выйдет Era History Untold. Глобальная стратегия от разработчиков «Пятой цивилизации» и студии Oxide Games. Авторы намерены устроить революцию в жанре, открыв небывалые возможности для экспериментов. Условий победы здесь нет, цели придется ставить самостоятельно. Интригу усилят одновременные ходы всех сторон, а неповторимый характер каждого лидера позволит еще сильнее влиять на развитие событий. Square Enix отметилась на мероприятии новой частью подзабытой серии Visions of Mana. Ролевой экшен пригласит в свой полуоткрытый мир пользователей ПК, Xbox Series и двух поколений PlayStation этим летом. Machine Games подтвердила, что первая с 2011 года игра по Индиане Джонсу выйдет на протяжении этого года и представила первый геймплей. Авторы последних Wolfenstein по традиции предложат геймерам уничтожать нацистов, пусть и в непривычном для студии формате. События Indiana Jones and the Great Circle происходят в 1937 году между первым и третьим фильмами. Герой выглядит как Харрисон Форд, звучит как Трой Бейкер, а кнутом и кулаками орудует задором, которому позавидуют Лара Крофт и Нейтан Дрейк. Чтобы помешать злодеям заполучить силу Великого Круга, который образует на карте мира древние места силы, ему придется побывать в каждом из них, от Египта до Таиланда. Сражаться позволят как в открытом бою, так и в стелс-режиме, а головоломки напомнят о классических приключениях. Еще одним управляемым героем станет журналистка Джина. Все это будет происходить в перспективе от первого лица с редкими переключениями на третье. Другими подробностями блажковитые игроделы и продюсер в лице Тодда Говарда поделятся в ближайшие месяцы. Слухи о февральском релизе Stalker 2 оказались неверными. Сиквел выйдет не зимой, не весной и даже не летом, а только 5 сентября. Уже третий по счету перенос объяснили нехваткой времени на исправление технических проблем. Похоже, критика последней демо-версии сделала свое дело. Все оставшееся время авторы обещают активно рассказывать об игре. Точную дату выхода обрела и Sandland. Ролевой экшен по манге создателя Dragon Ball Акиры Ториямы покажет Borderlands по-японски 26 апреля на ПК, Xbox Series и двух поколениях PlayStation. Когда-то весной стартует и закрытая альфа Smite 2. Продолжение моба 2014 года делают с нуля на Unreal Engine 5. Заявленные зрелищные битвы, углубленный стратегический компонент, все персонажи из первой части и новые герои. Полная версия тоже будет условно-бесплатной. А вот будущее франшиз немецкой Piranha Bytes оказалось под вопросом. Холдинг Embracer Group, в прошлом году избавившийся от создателей Saints Row и еще двух команд,
пытался продать студию, но не нашел покупателя и вероломно уволил сотрудников. Пока это слухи, но издание GameStar уверяет, что получило информацию от надежных источников. Творческий руководитель Бьорн Панкратс покинул команду в ноябре из-за разногласий. Он не разделял стремление своих коллег вернуться к готике и хотел сосредоточиться на новой части «Алекс». От «Пираний» якобы осталась лишь пустая оболочка, и даже она исчезнет, если поиски нового владельца не увенчаются успехом. К счастью, ремейк первой «Готики» не пострадает, его делает другой коллектив. Ubisoft тем временем заставляет страдать игроков. По случаю запуска более дешевой версии Ubisoft Plus, глава отдела подписок Филипп Трэмблей заявил, что росту подобных сервисов мешают сами геймеры. Дескать, они привыкли думать, что владеют своими играми, как во времена CD и DVD без DRM-защиты. По его мнению, такое отношение к товарам устарело. Вместе с пользователями от его заявлений в ужас пришел Свен Винке. Руководитель Larian считает тенденцию опасной для индустрии. Если останутся одни подписки, решать, какие игры попадут на рынок, будут монополисты, которым разработчики должны угодить. Свен не может свинкнуться с такой мыслью, поэтому Baldur's Gate 3 никогда не появится в Game Pass или подобной подписке. Пока одни разработчики думают о судьбах индустрии, другие не могут привести в порядок один единственный проект. Спустя 3 месяца после выхода Cities Skylines продолжает работать со скрипом. Но вместо того, чтобы поднять производительность, создатели выпустили ролик о невероятно трудном пути к релизу и пристыдили игроков. Глава Colossal Order Марина Халикайнен написала полное боли письмо о беспримерном росте токсичности в обществе, от которой страдают и пользователи, и авторы. Геймеры оценили послание по достоинству, засыпали студию ответными обвинениями в ложном маркетинге, невыполненных обещаниях, отсутствии должной поддержки стратегии и пожелали команде провала. Ситуация неприятная, но показательная. Колоссам стоило бы поучиться у CD Projekt Red и Hello Games. Жаль, что в игровом бизнесе все не так просто, как у этой собаки. Сиба Ину по кличке Peanut Butter — первый пес-спидраннер в истории. Он делает успехи в головоломке Gyromite для NES, в которой нужно открывать двери 2 кнопками. Четвероногий геймер здорово насобачился нажимать их на специальном контроллере по указке хозяина. В прошлом году PB прошел игру за 25 минут 29 секунд, а на недавнем фестивале Awesome Games Done Quick мог бы побить свой рекорд, если бы не помешал баг. Зато стал первым пользователем собачьей категории на сайте speedrun.com. На этом все. Традиционный календарь релизов выйдет отдельным выпуском, за него не переживайте. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи, друзья!